Пользователи сети активно обсуждают ситуацию в семье рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой. По некоторым данным, модель намеревается лишить своего супруга родительских прав и развестись с ним из-за наркомании рэпера и насилия в семье. Как сообщал People Talk, сейчас Джиган находится в рехабе. Он попал туда после того, как стал бить свою жену, которая заявила на мужа боксера в полицию. По последним данным, Джиган действительно нападал на Оксану Самойлову. Теперь она хочет с ним развестись после 8 лет замужества. О том, как сильно пострадала 31-летняя девушка, ничего не сообщается. По слухам, после неадекватного поведения Джигана Оксана хочет лишить его родительских прав. К слову, всего несколько недель назад рэпер снова стал отцом, Оксана Самойлова подарила ему сына. При этом в последнее время артист странно себя вел, что было списано поклонниками на бурное отмечание рождения долгожданного наследника после появления на свет 3 дочерей. Позднее выяснилось, что стоимость лечения в приватном американском рехабе Palm Beach Shores Rehab, где сейчас отдыхает Джиган, составляет около 80 тысяч долларов в месяц. За эти деньги постояльцы получают индивидуальное лечение, круглосуточную поддержку психологов, трехразовое питание и духовные практики.